У нас сегодня в гостях политолог Федор Кашинников, а с ним всегда интересно. Федор, здравствуй. Здравствуй, Дмитрий, спасибо за то, что интересно. Это аванс, но давай оправдаем его вместе. Скажи, пожалуйста, о чем тебе хочется вначале спросить? Конечно, нельзя обойти тему арабо-израильского конфликта, войны. Нельзя обойти, но тебя хочется спросить с оригинального ракурса. Да? У нас были довольно радикальные люди, в том числе из Израиля. Понятно, какую точку зрения они отстаивают. Не видишь ли ты опасности в том, что те, кто поддерживает Израиль, они перегибаются этой радикальностью, и в чем эта опасность быть может? Ну, я не вижу опасности перегибать для тех, кто занимается израильской политикой. Mm-hmm. Я не вижу в этом никакой проблемы для частных лиц, для, может быть, журналистов, да, если человек гражданин Израиля, еврей, или просто он сочувствует Израилю, не вижу никаких проблем, что он это высказывает. Пожалуйста, то есть каждый имеет право, тем более, что в данном случае на территории государства Израиль, в том виде, в котором у нас существует, было совершено нападение, погибли мирные люди, причем это довольно зверские эпизоды, которые просто, безусловно, нет прощения, это акт террора и беспощадного, жестокого и гнусного. Поэтому здесь есть и повод, и, так сказать, чему возмущаться. Но здесь вопрос только в том, что у меня, собственно, вызывают некоторые вопросы, на которые нет ответа, позиция многих людей, которые сначала, ну, скажем, являются критиками путинского режима и позиционировали себя все это время как пацифисты, как гуманисты, как противники войны. И то, что вот многие, некоторые из этих людей в последние дни вдруг оказались какими-то пылкими милитаристами и стали говорить, что вот наши мальчики в Израиле должны там, значит, всех порубить в капусту. Еще раз говорю, я ничего не имею против патриотизма израильского, в том числе, если, так сказать, человек переживает эту войну так и считает, что надо поддерживать армию Израиля, это его право, безусловно. Просто если он при этом еще пытается до этого, буквально за несколько часов, выступал в позиции человека, который выступает против войны, против мобилизации, за пацифизм, за то, что, значит, вот, воевать, там, бомбить города нельзя, конечно, здесь вызревает некоторые моральные противоречия, на которые буду играть, конечно, не я и не ты, и я, так сказать, вообще в данном случае как раз не говорю о том, что это хорошо или плохо. Я говорю о том, что это будет упаковано и продано, и уже упаковывается и продается российской пропагандой государственной, российским блоками. Что посмотрите, вот те же самые люди, которые говорят, что в армию ходить не надо, надо дезертировать, что патриотизм — это фу, что наших мальчики, значит, это фу. Вот те же самые люди, теми же самыми словами, но теперь говорят про Израиль. Вот то они же рассказывали, что чеченские, значит, борцы за свободу, они, значит, замечательные, хорошие, бородатые люди, а теперь они же, значит, призывают вот этих вот бородатых борцов за свободу, в кавычках, с Хамаса, порубить в капусту, да? И я вижу, как это все аккуратненько рассовывается по вот этим информационным пузырям и находит там некоторый отклик. Поэтому я думаю, что по итогам всего этого дела некоторые репутации будут, ну, скажем так, немножко под вопросом. Но если ты был политконсультантом или спичрайтером, какой бы у тебя был бы тон, не знаю, этих речей для публичных людей? Все должно быть по закону, виноваты и те, и эти. Эта позиция порой раздражает даже больше. Нет, конечно, я не говорю, что даже мы виноваты те, и все не так однозначно. Это, безусловно, в данном случае неправильная позиция, потому что, я повторюсь, я не вижу для себя, например, никаких моральных оправданий для поведения Хамаса, и нет во мне никакого к ним сочувствия. Я просто говорю то, что если человек считает себя политиком или каким-то российским вообще сомнителем, он должен немножко смотреть на то, как это радикальность, скажем, как его радикальность выглядит и сопрягается с тем, что он говорит по поводу других ситуаций. Вот и все. То есть я, например, вообще пацифист в принципе. Я считаю, что война — это отвратительно. Да? Нет, понятно, что напали террористы, им надо, конечно, их всех надо уничтожить, безусловно. Но это касается любых террористов, не только хамасовских. Да? Так же, когда чеченские террористы совершали рейды в России, захватывали дома, их тоже надо было очевидно ловить и наказывать, и они не были никакими борцами за свободу. Террористы никогда не борцы за свободу, они всегда совершают преступления. Тут я, безусловно, согласен. Но я считаю, что вот этот израильский нарратив, который не везде, не среди всех там распространен, что все поголовное население Газы виноваты, и что это какие-то нелюди, которых, значит, надо беспощадно всех уничтожать,
С этим я не согласен, потому что, во-первых, я не уверен, что прямо все поголовно 2 миллиона человек являются такими же сторонниками Хамаса. Во-вторых, Хамас там правит, извините, с 2007 года, захватив власть. Мы прекрасно знаем, что сопротивляться вооруженным отморозкам очень сложно. А на выборах они обычно побеждают, потому что так вот они и выборы проводят. Поэтому те, кто соглашаются с тезисом, что все 2 миллиона, значит, жители Газа, они все как один, включая детей, виноваты в том, что произошло, и их надо всех наказывать, это люди, которые, ну, по сути, должны согласиться с тем, что и всех людей с российскими паспортами тоже надо наказывать, потому что вот путинские террористы напали на Украину, значит, вот все поголовно виноваты. К сожалению, эта позиция и так существует. И подыгрывая, ну, то есть вставая на позицию, что вот в Газе все виноваты, ну, фактически эти люди льют мельницу на воду, что, ну, в России, значит, все виноваты. Вот, так, вот это мне не очень нравится, потому что я против коллективной вины, я считаю, что виноваты те, кто совершает преступление. И, безусловно, члены организации «Хамас», те, кто ее активно поддерживали, соучаствовали, они, безусловно, являются преступниками, их надо наказывать. Но вот эти обсуждения, что все, абсолютно все, жители Газа, или все абсолютно все палестинцы, или все абсолютно все арабы, или все абсолютно все мусульмане являются какими-то вот нехорошими людьми и подлежат там какому-то особо жестокому отношению, я вот с этим не согласен. Я считаю, что в 21 веке мы не имеем права целой общности людей судить по поведению худших из них. Вот, ну, это моя позиция, как позиция, так сказать, гуманиста, каковым я себя ощущаю, либерала, да? Я считаю, что не могут быть здесь так, а здесь по-другому. Я эту позицию занимаю по всем, стараюсь по всем вопросам и рекомендовал бы людям, которые обвиняют Путина в беспринципности, в том, что он каждый раз меняет свое убеждение в зависимости от ситуации, им самим так не действовать и, в общем, выбрать для себя какую-то одну линию поведения, исходя из которой оценивать все происходящее безотносительно, где все это происходит. В Израиле, в Йемене, в Синьцзяне-Уйгурском автономном округе или в России. Ты слегка упомянул чеченцев. Я так понимаю, речь не про Кадырова, а про предшественника. Во-первых, можешь ли напомнить, о каких исторических примерах идет речь? А во-вторых, считаешь ли ты, что тогда по отношению к ним некоторые либералы совершали ошибки? Ну, это сложная история. Но, во-первых, я помню, как все это начиналось. И, честно сказать, и во времена Джохара Дудаева, и уж тем более при последующих руках, Чечня вовсе 90-е, на всякий случай, сообщаю. Да, не было свободным демократическим государством, где процветали права человека и все остальное. Откровенно говоря, это был бандитский анклав, откуда периодически совершались нападения на окрестные, значит, регионы. Плюс там были бесконечные истории с выводом денег и так далее. Был захват роддома в Буденновске, была атака на в Осетии, вот недавно вспоминали 1 сентября, этим занимались вполне конкретные полевые командиры чеченские. И это тоже нельзя забывать. Это было плохо, этому тоже нет оправдания. И когда федеральные власти, пусть коряво, пусть неправильно, да, то, что Грачев с Ельцином, как они начали эту войну, и как, сколько там людей погибло, это было, безусловно, неправильно. Но не очень понятно, что они должны были делать в ситуации, когда на территории России возник вот очаг сепаратизма, причем вооруженного сепаратизма и терроризма. И удивительно, что некоторые люди говорят, это были борцы за свободу, значит, вот их кроваво, значит, подавила кровавая империя. Ну, а вот когда дело касается, допустим, другой ситуации, когда вот действуют люди со совершенно схожей идеологией, схожие методы на территории другой страны, мы их, безусловно, будем осуждать. Мне это кажется странным. И насчет Рамзана Кадырова, не знаю, я довольно давно живу на свете и прекрасно помню и Первую Чеченскую войну, и на чьей стороне был Ахмат Кадыров, и, так сказать, когда убил первого русского Рамзан Кадыров, о чем он сам рассказывал. Поэтому как раз оттуда все и произрастает. По сути говоря, тот режим, который не дали создать Дудаеву на территории Чечни, или там, кто там следующий был, Яндарбиеву, на территории Чечни предыдущее правительство России, Путин позволил создать Рамзану Кадырову. Причем финансируя точно такой же абсолютно исламистский, недемократический, террористический режим, только теперь он финансируется за счет Российской Федерации и не воюет с ней, а является ее как бы вассалом. Но там ничего не изменилось. Повторюсь, я не верю, что при Зельмахане Яндарбиеве Чечня была демократически свободным государством, при Шамиле Басаеве. Это неправда.
Они не были борцами за свободу, они боролись за построение теократического, этноцентричного, довольно варварского государства, и ничего там хорошего не было. Тогда уточню тебя тоже по другому вопросу. Вообще, видишь ли ты какой-то путь взаимодействия с теми людьми, которые сейчас атакуют Израиль? То есть, да, мы отрицаем саму мысль, что можно убивать всех и вся из-за принадлежности какой-то религии, национальности, но, с другой стороны, способны ли они на интеграцию в обществе? Есть исторические примеры, когда удавалось интегрировать, удавалось нормально взаимодействовать, потому что сейчас, говорят, наш была израильская ошибка, что мы их финансировали, мы пытались их интегрировать, а они вот так. Ну, я не такой большой специалист по внутренним делам Израиля, и я бы не стал давать никому советы. Более того, я очень рад в каком-то смысле, что я не имею никакого отношения ко всей этой ситуации ни с одной стороны, и как бы совершенно посторонний. Поэтому не могу себе позволить такую роскошь, как бы просто сказать, знаете, что я не знаю, как вы там должны действовать. Я не знаю, как теперь все это можно сделать, потому что все эти узлы были завязаны очень давно. И вот эти все отсылы к истории с обоих сторон, они чем дальше в историю, тем хуже. У меня позиция такая, что все обе стороны должны, обе стороны нормальные, я не имею в виду отморозков, то есть арабы должны смириться с тем, что существует государство Израиль. Потому что концепция, что там живут какие-то понаехавшие, она неправильна. Основное население современного Израиля — это люди, которые там родились. То есть они, у них нет другой родины, они не откуда-то приехали, они там родились, а некоторые там уже во втором-третьем поколении живут. Куда они должны ехать? Что, почему их считают понаехавшими? Да? Да, вот такая вот ситуация. Может быть, кому-то не нравится. Но вот да, по факту Израиль существует, исчезать не собирается. И собирается бороться за свою независимость, на что, в общем, как и все страны, имеет право. Соответственно, если бы эта мысль была принята, то дальше уже можно было как-то думать, как дальше жить. Тем более, что к этой мысли, между прочим, с ней смирились такие страны, как Египет, Иордания, Арабские Эмираты. Я так понимаю, что Саудовская Аравия, там переговоры у Израиля вышли на финишную прямую. То есть, по сути, все больше и больше арабских стран говорят, ну, что теперь делать? Израиль существует, бесполезно. А вот эта вот группировка радикальных, скажем, палестинских экстремистов, они пытаются делать вид, что вот этих 70 там или скольки лет не было, что Израиль вот он вчера возник и завтра может исчезнуть. Надо просто на него поднажать. И вот сегодняшнее заявление этого Машаля, лидера, так сказать, Хамаса, который там призвал к всемирному еврейскому погрому и прямо обвиняет других мусульман и мусульманских руководителей в том, а что же это вы с нами не помогаете, это, конечно, такой, мне кажется, вопль отчаяния. Потому что они действительно полагали, что сейчас все мусульмане всего мира придут к ним на помощь, включая соседние страны, а никто не пришел. А там, если хочешь, соседние страны, это довольно крупные страны, например, Египет тот же самый. Но он не торопится на помощь Хамасу, да? Поэтому я думаю, что выход из этой ситуации может быть только такой, что и арабы должны признать, что ну вот Израиль, так получилось, он существует, нравится, он не нравится, он будет существовать. И надо искать способы, как жить вот с учетом этого фактора, а не отрицать очевидное. Но это пустые слова, потому что то, что я сейчас говорю, это какой-то абсолютно рациональный подход, а он, к сожалению, не присущ людям, он не присущ людям в большей степени религиозным. Для религиозных людей то, что написано в каких-нибудь там древних книжках, гораздо важнее, чем реальность. Существуют какие-то странные, иррациональные, для меня странные, Евгений, странные рациональные позывы. Вот я не так давно на днях столкнулся у себя в соцсетях совершенно далеким от Палестины человеком, который правозащитник из одной из северокавказских республик России, не из Чечни, который вынужден был уехать из России за преследование. Но он же начал писать, мы должны освободить там Палестину, Аляксу, мы, в смысле, имею в виду, что мы мусульмане. То есть у человека просто в жизни нет других проблем, очевидно, кроме как, значит, вот палестинцев, да, хотя ты и не палестинец, и вообще тебе пришлось уехать совсем не из Палестины, ну вот у него какие-то, очевидно, ему вот эти мысли, они в нем есть. И не у него одного, надо сказать, да. Поэтому, к сожалению, пока, кстати, мы можем сколько угодно фантазировать о рациональном выходе из этой проблемы, но, возможно, его пока не существует. И это очень плохо, потому что сейчас, несомненно, Израиль отомстит по полной программе и Хамасу, и нанесет удар по сектору Газа, если там от него что-то после этого останется, это уничтожена будет вся инфраструктура и так далее. Но я абсолютно не думаю, что это кончится исчезновением. Никуда этот сектор Газа не исчезнет, и 2 миллиона человек не исчезнут.
То, что они окажутся на руинах у разбитого, значит, вот корыта, спасибо руководству Хамаса, ну и всем миром опять будут помогать. Катар будет свои деньги, Саудовская Аравия, Европейский Союз, еще какие-то страны все будут им помогать. Они снова отстроят эту всю и гражданскую инфраструктуру, и, так сказать, больницы, и школы. Но при этом, конечно, там, очевидно, нарастет и какой-то, или опять Хамас возродится, или новый будет Хамас. Потому что я не очень понимаю, как из этой ситуации можно выйти. И слава богу, что мое мнение, так сказать, здесь не нужно, потому что в отличие от многих, кто выступает с какими-то идеями, как, так сказать, обустроить Израиль, я, слава богу, повторюсь, не должен ничего по этому поводу говорить, могу только выразить свою полную солидарность с теми, кто защищает свой дом, на кого напали террористы, и бесконечную скорость по поводу того, кто потерял своих родных и близких, вот, когда их просто безоружных варварски убили, уничтожили бандиты, ворвавшиеся в мирные поселения. И, конечно, напрашивающийся вопрос, как, на тот взгляд, Кремль будет все это использовать и насколько ему это на руку. То есть они уже считают, что этот конфликт может отвлечь всех, мировую общественность от Украины. Но я так понимаю, что они рассчитывают на какую-то посредническую роль и на упрочнение роли Путина, благодаря тому, что он будет занимать какую-то мудрую посредническую роль между израильтянами и палестинцами. Ну, давайте скажем честно, что Путину все это, конечно, очень ко двору. Я не сторонник того, что он каким-то образом все это организовал, потому что те, кто так говорят, они, очевидно, превращают Путина в тайного властелина мира, суперковарного, всемогущего, по велению которого буквально все в этом мире происходит. Я не считаю, что Путин такой всемогущий, великий человек. Я думаю, что для него в каком-то смысле все это было тоже неприятной историей, потому что вообще-то у него отличные отношения с Бениамином Нетаньяху, и вообще-то его очень устраивает Нетаньяху. И Нетаньяху в Израиле закручивает гайки, там были огромные протесты, потому что Нетаньяху, по сути, пытается там построить тоже диктатуру свою собственную, и не безуспешно. Поэтому вот эта теория, что Путин, безусловно, стоит на стороне там, Хамаса и какой-то ненавистник Израиля, это не совсем правда. У Путина там разнонаправленные интересы. Он, значит, и с Нетаньяху у него хорошие отношения, и с Хамасом они ручкались. Но совершенно очевидно, что, выбирая между Израилем и Хамасом, Путин, конечно, выбирает Израиль, потому что Хамас он проиграл эту схватку, очевидно, что он не может победить. А Израиль никуда не денется. Поэтому идея, что привязать Путина к Хамасу и утопить, она, конечно, выглядит очень привлекательной с точки зрения пиара. Но я хочу сказать, я прописал вот сегодня в своем телеграм-канале, что решать, кто помогал Хамасу и кто виноват, будут не люди, не блогеры и не журналисты, а государство Израиль. Вот в кого ткнет пальцем государство Израиль и скажет, что вот эти вот персонажи или люди или силы помогали Хамасу, те и будут виноваты. А вот так вот, чтобы кто-то сказал, знаете, это вот Путин помогал, и все в это поверили. Ну, давайте подождем, что скажет по этому поводу Израиль. Израиль пока, между прочим, даже Иран, насколько я понимаю, не обвинил напрямую в участии в этом безобразии. Вот, поэтому здесь у Путина позиция такая, что он... Ну, вместе с некоторыми другими лидерами, там, а-ля Эрдоган, и, может быть, какие-нибудь там вот эти вот всякие саудовские персонажи, ну, в смысле, аравийские, да, то есть тот же самый Эмираты, Катар, может быть, Катар, да, Саудовская Аравия, Иордания. Он вот один из тех лидеров, как это не печально звучит, в отношении к Путину, который действительно имеет некие отношения и с Израилем, неплохие, и с Нетаньяху, как я уже говорил, и есть у него определенные выходы на Хамас. Плюс он является как бы лидером мусульманской страны, при этом Россия позиционирует страна, которая все-таки в ней есть мусульманский компонент, то есть она вроде как и не совсем, но и не чужая в этом конфликте, ну и не совсем, так сказать, родная, и не еврейская, и не мусульманская, да, я думаю, что где-то там в глубине администрации президента, конечно, у них есть такая фантазия, что, может быть, Путин сможет по итогам вот этого ужасного конфликта, что рано или поздно все равно придется кому-то с кем-то договариваться, и тут, значит, вот въедет российская дипломатия и будет мирить, ну или там участвовать в каких-то группах, а учитывая, в каком положении находится Хамас в тяжелом, потому что, ну, понятно, что они проигрывают, они будут согласны на кого угодно, на посредничество, лишь бы их там не добивали. Поэтому здесь есть определенные, к сожалению, перспективы. Я надеюсь, что без Путина обойдутся и там посредником будет кто-нибудь другой, но есть такой вариант.
Ну а то, что внимание отвлечено от Украины, ну, мне кажется, это очевидно. Достаточно посмотреть, как выглядят первые страницы мировых информационных сайтов онлайн теперь там из Израиля, а не с Украины. Потому что нравится это кому-то или нет, но факт остается фактом. Конфликт на Ближнем Востоке – это очень старый информационный бренд. Это очень все там уже наработки есть у всех. Огромное количество экспертов, огромное количество заинтересованных лиц, огромное лобби и израильское, произраильское, и, так сказать, арабское, и там промусульманское. Поэтому конкурировать за мировую повестку с вот этой войной довольно тяжело. Тем более, что, для, допустим, для арабского мира, для, а это многомиллионная, так сказать, аудитория, безусловно, и для мусульманского мира это еще более огромная аудитория, конечно, этот конфликт убирает на второй план вообще все остальные конфликты. Поэтому я вижу, что и разделяю вполне озабоченность Зеленского, который, в общем, беспокоится по этому поводу, потому что если этот конфликт затянется на какое-то время, то вот это отвлечение, выпадение Украины из мирового фокуса, оно, конечно, Украине никак не помогает. Тут нам присылают платный вопрос. Не знаю, насколько он к тебе, но поскольку платный, в любом случае, зачитаю. Таня Пекала присылает 10 евро и спрашивает: Федор, скажите, пожалуйста, почему Египет не открывает границы для беженцев, женщин, стариков и детей? Спасибо. Если владеешь материалом. Ну, я не то, что сильно владею материалом, но я точно знаю, что проблема палестинских беженцев, она в том, что они никому не нужны. Ужас ситуации в том, что вот эта вот мусульманско-арабская солидарность, она существует в виде лозунга. В реальности они никому не нужны. Причем тут даже как бы некое коварство. Они никому не нужны, чтобы их принять. Но они всем нужны, чтобы они оставались вот там в Израиле и создавали зону напряжения для Израиля. Потому что, ну, как бы израильские соседи недолюбливают, мягко говоря, арабские, даже те, с кем более-менее нормальные отношения. Им кажется, что вот пусть Израиль с ними дальше мучится, хоть какое-то, значит, удовольствие мы получим, глядя, как они там корчатся, да? Но при этом принять к себе 2 миллиона, например, вот Египет, это очень большая страна, там сколько миллионов, 80 населения, но принять туда условно даже миллион, это процент населения, извините, это очень много для бедной страны. Причем это не просто ведь население, это люди с носителем определенной идеологии. А в Египте там очень жесткий режим, между прочим, всегда был, еще и при Мубараке, сейчас при фельдмаршале Сиси, которому вот эти вот люди, которые будут протестовать и требовать, значит, отомстить Израилю за Палестину, они не нужны просто. Более того, есть неприятная история про то, как в свое время палестинских беженцев и террористов выгнали из Иордании, потому что они чуть не устроили там перевороты, и иорданское правительство просто их выгнало. Палестинские беженцы, по сути, уничтожили такое цветущее государство, как Ливан, потому что они туда проникли, втянули Ливан там, в войну с Израилем, и, в общем, от Ливана теперь остались рожки до ножки. Это же видят окружающие. Никому не хочется принять к себе в страну, там, не знаю, женщин, детей, конечно, всем жалко, но все же понимают, что вместе с ними туда просочится и вот это вот боевое какое-то ядро людей обиженных, людей злобных, людей, которые будут мстить. И как бы они не хотят в этом участвовать. И это действительно как в каком-то смысле трагедия, так сказать, палестинского народа, что они вот живут там, живут тесно, живут кучно, им все помогают, но с единственной целью, чтобы они там дальше жили, никуда тут не уезжали. А по факту они никому не нужны. Они нужны ни арабским соседям, ни богатым мусульманским странам. Они даже собственным лидерам-то особо не нужны, потому что то, что сейчас устроил Хамас, это, конечно, чудовищно. Да? Я так понимаю, что вот до начала вот этой всей истории с войной, этого нападения, Газа жила более-менее спокойно, там даже видно по вот этим вот кадрам нанесения ударов, там многоэтажные дома, там работали какие-то, инфраструктура была, между прочим, неплохая для арабского мира. Сейчас все это будет уничтожено просто в хлам. Я уверен, что это трагедия для огромного количества людей, которые просто потеряли все. Спасибо забот печальникам о судьбе палестинского народа из Хамаса, которые просто уничтожили все, что люди там десятилетиями пытались себе создать вот в этих условиях. Это какая-то ужасная ситуация, и ужаснее всего то, что многие из каких-то, может быть, людей, которые относились ко всему этому индифферентно, потеряв все в итоге в результате ударов возмездия, они, к сожалению, могут все это воспринять совершенно не так, как должны были бы, да? Не в том смысле, какие сволочи из Хамаса, из-за них у нас проблемы.
Это то же самое, что с бомбардировками любых стран. Что люди, на которых падают бомбы, они обычно винят вот именно тех, кто эти бомбы сбрасывал, а не свое правительство. Это очень важно. Это касается и Украины, потому что надежды Путина, что если бомбить Украину, украинцы будут ненавидеть своего правительства, дескать, зачем вы нас втянули в войну, не оправдываются. Но то же самое касается и налетов дронов на Россию. Люди, кому прилетают дроны, они не любят тех, кто эти дроны запускает. То же самое, к сожалению, происходит и там. То есть я не верю в то, что вот эта вот акция возмездия вызовет у жителей, ну, большинства у кого-то, может, вызовет. Я надеюсь, что умные люди, способные к рефлексии, скажут, боже мой, мы же нормально жили, какого черта полезли. Ну, какое-то поколение, какие-то дети, там, молодые люди, не молодые, кто сейчас все это переживает, они всю оставшуюся жизнь, очевидно, положат на отмщение Израилю. И это, конечно, печальный пролог к следующим таким историям. Переходя к теме действительно войны, вот уже российско-украинской и ее последствий, из интересного то, что да, там большая волна релокантов, эмигрантов, каждый называет по-разному, и почему-то стали обсуждать их судьбу, не спрашивая у них. Вот Вячеслав Володин сказал, что тех, кто вернется, нужно отправить в Магадан, а магаданский губернатор Сергей Носов сказал, не надо нам таких, давайте куда-нибудь другое место, а мы таких принимать не хотим. Хочется тебя спросить, они всерьез рассчитывают, что кто-то вернется, или на что рассчитывает вообще этот человек по имени Сергей Носов? Он всерьез обсуждает или так? На уровне юмора. Ну, тут надо начать, я даже не знаю, с кого, наверное, с Пескова. Начни с Сергея Носова, Пескова, потому что тебе есть что про него сказать, насколько я знаю. Честно говоря, к этому. Песков, он выступил с точки зрения такого доброго следователя и сказал, что, конечно, граждане России, чего им бояться, должны возвращаться в Россию. Тем более, что это сейчас действительно в каком-то смысле актуально для Израиля. Далеко не все, кто уехали в Израиль, такие прям пылкие сионисты и люди, которые готовы воевать и погибать. Многие-то уехали просто потому, что некуда было уехать. Плюс там есть женщины, дети, пожилые люди, которые, может, действительно им страшно. И, может быть, для кого-то из них идея вернуться в Россию не кажется такой уж чудом, тем более, что некоторые вернулись. Да? Например, Фридман собирается вернуться, да? Потом приехал в Израиль, а там, видите ли, война. Вот сюрприз. Но Песков ответил Володину. Это тоже интересно. Почему? Потому что Песков, у него нет избирателей, и он как бы не политик. Песков говорит какие-то нужные там вещи, которые он считает нужными и правильными, или считает нужными и правильными Путин. А Володин — это политик. Вот в этой, в российской политике. И он говорит то, что нравится его аудитории. А понятно, что его аудитории, они все работают для радикальной публики. И, конечно, вот эта вот радикальная пропутинская публика, она терпеть не может всех уехавших. И в этом смысле Володин, конечно, говорит то, что они говорят, да ну их к черту, они тут не нужны, вернуться, мы всех отправим в Магадан. Но здесь с ним играет злую шутку его, ну, даже не знаю, как назвать, глупость, наверное. Потому что вообще-то Магадан — это субъект Российской Федерации. И там живут обычные граждане, которые там живут не по приговору. Вообще Магадан давно уже как бы не место ссылки. И по сути своим заявлением Володин, ну так похотя, просто целый регион объявил с тюрьмой. Вот так вот. То есть у нас в России есть регион тюрьма. Все, кто там живут, они, очевидно, там по приговору оказались. Естественно, что для жителей Магадана это довольно оскорбительно, потому что они там всю жизнь живут, и, например, многим даже, наверное, и нравится. В этом смысле можно, я понимаю, почему это выступил губернатор Магадана, что ему уже как-то там, не знаю, хотя бы символически надо переизбираться, и он должен быть защитником родного края. Он, естественно, очевидно, ну, он, так как я, как ты правильно сказал, немножко знаю господин Носов, он на Урале занимался политикой в 90-е годы, он-то сам довольно туповатый человек, и я не думаю, что он вообще что-либо, так сказать, способен отфильтровать. Очевидно, ему какие-то советники прибежали и сказали, что, слушайте, так как-то нехорошо получается, ну что-то все в ссылке, что ли, живем. Давайте скажем, что, дескать, нам они тут не нужны, у нас тут живут одни патриоты и так далее. Как, собственно говоря, ну, честно сказать, так и надо сказать, что это за идея такая, да? Даже отбрасывая статус нас как выдуманных врагов народа, но вообще, повторюсь, ни один регион России не должен позиционироваться как место ссылки, да? И они, значит, вот встряли в этот спор, сказали, нам таких не надо. Ну, во-первых, понятно, что в заявлении спикера Госдумы желание ехать в Россию ни у кого не прибавляется, например, да? Не то, чтобы я сильно туда собирался, но мне, например, совершенно очевидно, что если у человека есть хоть какой-то конфликт
с путинской властью, то возвращаться в Россию довольно опрометчивое решение, можно сесть. И, к сожалению, опыт соседней Беларуси нам показывает, что там власть заманивает людей в страну, говорят, возвращайтесь, дескать, что вы там бегаете. Люди некоторые возвращаются и оказываются в тюрьме. Поэтому надо быть очень осторожным. И спасибо Володину, что он не дает нашей бдительности уснуть. Что касается Носова, слушайте, Носов абсолютно бессмысленный человек. То, что он очень давно сидит губернатором Магаданской области, говорит о том, что на нем поставили крест на его карьере, потому что изначально он был, как я его помню, молодым, успешным металлургом. Он из семьи металлургов, у него, по-моему, папа или дедушка был строитель, по-моему, Магнитогорского, что ли, комбината, не хочу наврать. То есть он родился в семье советской аристократии, у него с детства были очевидно персональные самолеты и виллы на Черном море, где там у советских директоров крупнейших медпредприятий все это было на самом деле. Ну, он такой советский аристократ, мажор. Я его застал, он приехал в Свердловскую область, возглавлял НТМК, нижнеталинский металлургический комбинат, как ставленник крупного металлургического холдинга, его стали толкать в политику. Его стали толкать в политику, в пику Росселю, пытались там сделать из него губернатора. Он действительно тогда выглядел, не знаю, как он сейчас выглядит, он же сейчас, конечно, гораздо старше. Тогда он был достаточно молодой, такой очень привлекательный, скажем, мужчина, женщинам нравился. Но, к сожалению, он не отличается ни умом, ни сообразительностью, поэтому, когда он начинал выступать без бумажки, это всегда, конечно, было тягостное зрелище. Видно было, что ему тяжело. В итоге он, по-моему, я уж сейчас не хочу путать, он возглавлял Нижний Тагил, был мэром Нижнего Тагила. Ну, а потом, понятно, что амбиции-то больше. Мэр Нижнего Тагила — это не очень, хотя большой город, но... И в итоге, конечно, он хлопотал, чтобы стать губернатором, дохлопотался до Магадана. Проблема в том, что если население Нижнего Тагила, ну, там, по-моему, несколько сот тысяч человек все-таки живет, Магаданская область гораздо меньше, гораздо дальше. Ну, в итоге его отправили в Магаданскую область, и он там так и сидит с тех пор, и, очевидно, и там он до пенсии и досидит. Но я точно помню, что он был очень богатым человеком, ну, очевидно, сейчас. У него была вилла на Лазурном берегу во Франции. В 90-е годы этого никто не скрывал. Все хвастались и гордились в начале 2000-х. То есть он, в принципе, представитель вот такого типа губернаторов, очень богатых людей. И то, что теперь, значит, он тут рассуждает про предателей и так далее, ну, это просто говорит о том, что это очередной миллионер-лицемер, так сказать, на службе путинского режима, которому помолчать бы на тему предателей и так далее. Ну, он не может молчать, его работа такая — выступать. В этой речи ты упомянул, что один человек политик, другой не совсем политик, Песков и Володин. Это сильно меня удивило. Я думал, что политика в России вообще, в принципе, осталась два. Один в Кремле, другой в тюрьме. Но, тем не менее, ты говоришь, что политика какая-то есть. И в связи с этим у меня давно напрашивался к тебе вопрос. А вообще, имеет ли смысл сейчас разделять как-то системные оппозиционные партии и Единую Россию? И имеет ли смысл болеть за них? И имеет ли смысл тогда уже болеть за кандидатов от них на выборах? Как-то им сопутствовать, они чем-то отличаются. Когда-то, когда создавалось умное голосование, тоже казалось, что они уже ничем друг от друга не отличаются. А вот поди ж ты. Ну, на местном уровне разница есть и большая. Mm. Если мы говорим особенно о муниципальных выборах, там всякое может быть. Там есть и борьба каких-то местных элит, и они вынуждены по нашему закону использовать вот эти вот партии, которые им навязаны. Поэтому там люди из того, что есть, из того и выбирают. Но это только муниципальный уровень, может быть, иногда какой-то региональный. Дальше, конечно, бесполезно, между ними никакой разницы нет. А политика существует, ведь политика — это же не обязательно выборы, это демократическая политика, это дебаты и выборы. А политика — это просто сфера публичного, и в России, безусловно, как и в Советском Союзе, и в нацистской Германии существовала политика, и в Северной Корее существует политика, и в Китае. Просто это системная политика, в которой люди, которые являются публичными политическими фигурами, они ориентируются не столько на избирателей, сколько на вот эту иерархию, на вождя. Но при этом они должны вождю постоянно показывать, что они популярны у той аудитории, на которую режим опирается. То есть это такая сложная игра. С одной стороны, вроде как от людей ничего не зависит, но если тебя захотят уничтожить, тебе это предъявят. Скажут, ты вообще никто. Смотри, у тебя ненавидят люди, у тебя рейтинг ноль. А тут полезно иметь, что нет, у меня большая узнаваемость. Тем более, что они живут в таком странном мире, где они сами везде выступают в медиа.
я это знаю очень хорошо, давно заведена система, и у всех, у губернаторов, у мэров, у депутатов, они все создают массу медиаповодов, и потом ими отчитываются, понимаете? То есть если ты губернатор, у тебя есть куратор администрации президента, и ты должен ежемесячно показывать, или там как-то, не знаю, с какой периодичностью сейчас, какая ты медийную деятельность ты ведешь, насколько ты медиен, популярен, как ты там же. Вот, то, что ты все это проплачиваешь, и по сути за свой счет все это и создаешь, всю эту медиаграмму, никого не интересует. Она должна быть. Потому что это выдается за работу с населением. Соответственно, Володин в этих рамках вполне себе политик. Он занимает политическую должность, он медийный, он вот создал медиаповод, его все еще раз процитировали, в их игре, которую они идут, это большой плюс ему, так сказать, вот он себе приписал, что отыграл повод. И Носов тоже в этой же самой логике, то есть с точки зрения, там, казалось бы, мог и промолчать, что выступать. Но он тоже понял, что ему советники подсказали, давай-ка вылезь, тебя тоже всех процитируют, потом пошлем отчетик. Не так часто про губернатора Магаданской области вообще что-то говорят. Хотя, будете смеяться, я сейчас, если забить в Google там Сергей Носов, что он там вообще выступает, но что он очень много чего постоянно говорит, потому что вы, скорее всего, все это никогда не вам не попадается. Но в целом он генерирует огромное количество информационных поводов, как и все остальные путинские губернаторы. То есть там политика, она вот такая в их кругах. Ну и на местном уровне, я так понимаю, интерес какой-то еще можно, да, проявлять, а вот на федеральном и к конкретно, не знаю, президентским выборам там ничего интересного быть не может. Там такой коллективный Путин, просто он в разных лицах, а победит настоящий Путин. И пока ничего интересного в эту сторону не просматривается, наблюдать за происходящим не стоит. Ну, у меня были очень интересные в этом смысле дебаты с господином Гангальским, сторонником КАЦа, может посмотреть, у меня на канале они есть. И, в общем, я там про это и говорил, что модель, да и не только я, не дружбе, откуда гениально, это, в общем, модель выборов президента России — это выборы Собянина. Ну, вот Собянин в Москве. Он выбрался, ему никто не помешал. Никто у него ничего не отнял, во второй тур никто не вышел. И почему-то даже в голову никому не пришло мысль, что Собянина можно переизбрать. Ну, потому что все прекрасно понимают, что в Москве все схвачено, за все захвачено, и что бы так кто ни делал, победит Собянин. Логично поэтому, что даже те, кто сейчас бегает и призывает, давайте все, значит, что-нибудь сделаем на выборах президента, ничего не пытались сделать на выборах мэра Москвы. Почему? Потому что они понимали, что бесполезно. И у меня, собственно, вопрос. Если на выборах мэра Москвы уже ничего нельзя сделать, к сожалению, но потому что эти выборы проводятся, это не выборы. Это процедура электорального вида, которая заранее известна, чем она кончится и так далее, и так далее. То откуда эта странная мысль, что выборы президента — это некое такое мероприятие, которое Путин пустит на самотек, и там можно как-то его, играя по его правилам, его по очереди перехитрить. Нет, конечно, это все можно называть какой-то апатией, что я призываю ничего не делать. Нет, я не призываю ничего не делать, конечно. Просто я призываю не тешить себя несбывшимися надеждами. На выборах, как уже давно было сказано, на выборах, конечно, Путина, к сожалению, не победит. И здесь у меня, например, никаких иллюзий нет. Еще раз я повторю, что выше уровня регионального, муниципального уже конкуренция очень условная. На выборы губернатора это уже закрытая зона, куда посторонние не попадают. Там есть одно исключение с Хакасией, но тут вопрос в том, что за время войны хакасский губернатор ничем себя не проявил, как какой-то там критик режима, враг войны и так далее, заметьте к себе. По сути, он ничем не опасен для режима, хотя создает красивые прецеденты. Или там есть пример того же Фургала, да, который системный более-менее был человек, потом избрался, попросили уйти, он отказался, сидит в тюрьме. То есть у власти есть масса способов ликвидировать угрозу себе даже на уровне губернаторских выборов. А президентские выборы в том виде, в котором существует в России, безусловно, это не то место, где случаются чудеса. Я прекрасно помню еще и советские выборы, поздние, там, да, последние советские выборы, до Перестройки, по 1984 год, выборы Верховного Совета СССР. Там еще Черненко умирающий голосовал. И там, ну то есть вот с таким же успехом можно было сказать, а почему вот в 84 году никто не организовал вот того, чтобы раз вот и коммунисты проиграли выборы?
Ну, как бы потому что коммунисты не могли КПСС в 1984 году проиграть выборы, ну, потому что они сами эти выборы проводили. А вот уже в 1989-м, в 1990-м они уже могли проигрывать, потому что как стоило только разрушить их монополию на власть, на политическую, как выяснилось, что они очень даже могут проигрывать. Но в 1984-м нет. И в 1984 году, кстати, коммунисты, блок коммунистов побеждал не только в России, у которой там какие-то не те гены, как некоторые нам рассказывают, но и в Украинской ССР, в Латвийской ССР, в Эстонской ССР, и в Грузинской ССР, и во многих других, во всех советских социалистических республиках на советских выборах всегда все дружно голосовали за коммунистов. Можно ли было как-то с этим бороться? Можно ли считать, что все те, кто в то время все поголовно поддерживали коммунистов, потому что такие штаты выборов? Мне кажется, это довольно бессмысленный спор, потому что есть честные выборы, а есть вот такие процедуры, которые, по большому счету, никак не предполагают учета реальных настроений людей и не оставляют никакого шанса на переизбрание. Президентские выборы в России — это, к сожалению, сейчас именно такая процедура, плюс мы еще не знаем, по каким правилам они будут происходить. Вот Екатерина Михайловна Шульман обращает наше внимание, что что-то они там возят с законом о выборах президента. Посмотрим, что они там вносят напоследок. Очень интересно, действительно. Напоследок задам тебе такой вопрос из текучки прошлонедельной, правда. Маргарита Симоньян, загадочный, как мне кажется, персонаж, который позволяет себе глупые заявления, как будто специально вопиюще глупые. На этот раз сказала, что про ядерную бомбу над Сибирью, и потом в дальнейшем она так оправдывалась, что сделала только хуже. Для чего существует Маргарита Симоньян? Она специально делает такие заявления, чтобы кого-то позлить? Или это просто глупый человек, который не понимает, и почему ее не убирают, раз такой вопиющий глупый человек? Ну, во-первых, она просто дура. Давайте Спасибо. Скажем честно, глупое заявление, она просто дура, что, будучи публичным человеком, договорилась до такого. Вот мы с тобой в эфире сейчас, иметь к себе YouTube, в эфире YouTube, и то мы должны себя как-то контролировать, да, чтобы случайно не наговорить какой-нибудь чепухи, за которую нам потом с тобой будет стыдно, потому что мы прекрасно понимаем, что потом вырежут, по гроб жизни будут нам ее показывать, да? Как мы с тобой тут что-нибудь не то сделали. Со стула упали в эфире, матерились или еще что-нибудь делали. Пукнули, не дай бог, да? Громко. А Симоньян, будучи много лет публичным лицом, и более того, она же не просто спикер, она же еще и руководитель, менеджер. Уж она-то всю эту кухню знает. Но она настолько потеряла чувство реальности, настолько ощущает себя какой-то пророчицей, вещуньей, я не знаю кем, что может себе позволить просто заговариваться в эфире. Потому что взрыв ядерной бомбы на Сибирь — это настолько глупо, настолько вздорно, это настолько преступно, то, очевидно, она сама очень быстро поняла, что такое вообще говорить не надо было. Но оправдаться стало в лучших традициях дуры, опять же, сказав: «А я такого не говорил, вы меня все клевещете на меня», хотя запись существует. Почему ее не убирают? Ну, почему ее не убирают? Потому что номенклатура. А номенклатура, о чем еще писал Сергей Васленский в книге «Номенклатура», где он исследовал вот это само явление, которое сейчас в путинской России в основном номенклатура, то если ты руководитель определенного уровня, то ты, ну вот, своим статусом защищен от многого. Ну вот если бы она была простым журналистом каким-нибудь, да, пропагандистом, помните, был там Мардан, который сказал «жечь детей», да? Его куда топить, или кого там, что-то он сказал? Нет, Красовский, да, призывал убивать детей, да? Да. Мардан тоже был сказывание. Радио «Комсомольская правда», обратите внимание, выгнали из гестапо за жестокость, да, потому что радио «Комсомольская правда» — это все-таки не такая помойка, как «Соловьев лайф», и там они, в общем, понимают, что они как-то медиа, и надо как-то вот есть какие-то пределы всему, например. Повторюсь, это «Соловьев лайф» — это помойка, где пределов нет, и можно нести любую чушь. И вот Симоньян, она ведет себя вот по нравам соловьевской помойки. То есть где просто каждый может нести какую-то чепуху и абсолютно не думать о том, что он говорит. Это, кстати, я думаю, для нас хорошая тенденция, для них плохая, что вот эта вот некритичность к себе господина Соловьева и всех его спикеров, которые позволяют себе просто нести, повторюсь, любую чушь, становится общим местом. И теперь уже, ну, давайте честно, а что Симоньян? У нас же есть сам, кстати, дедушка Путин, который периодически говорит вещи, которые по большому счету не стоило бы говорить. Какие-то странные цифры называет, какие-то выдает нелепые оценки. Почему?
Такие вещи себе не позволяли руководители даже советские, потому что они читали все по бумажке, а бумажку им составляли умные люди, которые, значит, вот каждую циферку как-то пытались там, к чему-то она была. А вот читают все вправе просто сесть и начать, как вот дедушка на скамейке, значит, и понесло, и таксист вот едет и здесь рассказывает. Американцы, значит, заговор, там, ковид, птицы, лаборатории, понесло, да? Или Патрушев. Естественно, что, глядя на них, их подчиненные тоже расслабляются. Но тут просто понятно, что, допустим, тот же Патрушев, я думаю, ему никогда не пришла в голову идея сказать, давайте взорвем голову над Сибирью. Ну, потому что он же все-таки советский человек, он же понимает, что над собой-то бомбу взрывать вообще не надо, это как-то не очень хорошая идея. И он все-таки, у него специфическая крыша свистит, конечно, но в другом немножко, так сказать, направлении. А в Симоненко просто свистит. Потому что если вспомнить ее прозу, которую многие, как я знаю, так читали, обсуждали на вашем, в том числе, канале, да, то это тоже показатель. То есть совершенно бездарная, очень жадная, очень какая-то такая хавалистая, извините, совершенно типа баба. Не то, что я не уважаю, я очень уважаю женщину, но вот она, ну хорошо, женщина Симонян, она ведет себя вот не как медиа-менеджер, не как лидер, лидерка. Она ведет себя как какая-то базарная торговка, которая может себе позволить вообще, не знаю, как угодно вырядиться, как угодно выглядеть. Если ей пришла в голову мысль опубликовать какие-то свои графоманские опусы, она их публикует, еще и вкладывает деньги, чтобы их пиарили, хотя стыдиться надо такого творчества, да? И на фоне этого всего разглагольствование о взрыве бомбы над Сибирью, мне кажется, странным. Ну, просто разболталась, кстати, дурочка, и разболталась. И некому дать укорота. Потому что, по идее, бы, конечно, вот у Путина тоже проблемы в семейной жизни, что нет заботливой дома жены, которая бы сказала, Володя, ты мало то, что выглядишь как, так сказать, нелепо, да? Ты еще несешь чушь, ты как-то сдерживайся там иногда. Некому, очевидно, дать ему вот добрый совет или там сказать, что вот эти твои штаны, которые ты носишь, они, так сказать, нелепые, то эти ботинки, вот пониходы тоже как-то позорные. Ну, нету такого человека рядом. А у нее тоже трагедия, потому что у нее рядом кто? Тигран Кеосаян. Это человек, который тоже, мне кажется, давно уже попутал все берега и тоже несет какую-то сказочную чушь. То есть он явно не может ей сказать, Марго, ну ты сегодня просто, так сказать, совсем, это самое, ты хоть следи за собой. Они друг друга стоят, их обоих унесло куда-то далеко. Ну что, это распад какой-то, очевидно, государственности и государственной пропаганды, потому что для пропагандиста важно все-таки оставаться в себе. Одно дело изображать безумие или там какое-то перевозбуждение. Другое дело реально находиться в состоянии неадекватности. К сожалению, Маргарита Симонян находится в явно неадекватном состоянии. Я вообще подозреваю, что, может быть, у нее все плохо уже. Может быть, ей грозит отставочка со временем, потому что, если посмотреть, как она ошибается постоянно, обратите внимание, что она стала часто ошибаться. Ее часто заносят куда-то, куда никого больше не заносят, и ей потом приходится оттуда выползать. Будем надеяться, да, что у нее все плохо. И все кончится, да, с ней скоро. Спасибо тебе, Федор, большое. Да, я бы еще с удовольствием еще про них поговорил, когда у них все кончится. Спасибо тебе большое, Федор Крашенинников, политолог.